Кстати, вот Трамп очень классные действия сейчас предпринимает. Он заключает договора с очень крупными корпорациями и выделяет большие средства для борьбы с коронавирусом. Сейчас, конечно, очень много зараженных, каждый день прибавляется чуть ли не по 1000. Вчера, по-моему, было там около 6000, я смотрел, зараженных. Это уже не маленькая цифра. Вот, также Трамп сейчас обсуждает момент о том, чтобы каждому гражданину Америки и также держателю грин-карты выдать по 1000 долларов. Просто так, чтобы они оплатили там свои какие-то расходы элементарные. Плюс те, кто сейчас платят налоги поквартально, они могут налоги не платить. У кого кредиты на учебу, беспроцентные кредиты и очень много разных фишек. В этом плане Трамп удивил. Также он сказал, что лечение с коронавирусом будет бесплатным.